Не вижу ни одной таблички с надписью «До Эдмонтона 10 километров». Ну что ж, будем искать. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Локи. И это прохождение, старт прохождения игры Меридиан 113 X-Machine. Многие хотели, многие ждали, да и, собственно, я уже давным-давно хотел пройти эту игру. X-Machine был пройден на канале. Ну а теперь мы начинаем X-Machine Меридиан 113. И с самого начала нам дают, помните, в той части нам давали грузовичок, а здесь уже маленькая шустрая машинка. Так, а это кто у нас летит на ведре? Опа, нифига себе. И сразу начал активно нас прессовать. Ну ничего, он не знает, с кем связался. Теперь мы играем за обычного бродягу. И как вы могли услышать, нам надо добраться до какого-то Эдмона. Город Эдмон. Ну, сначала заедем в этот городок. Так, мы можем... А, секунду, вот. Бармен Пако. Приветствую тебя, есть ли для меня небольшое задание? По окрестным разъезжает один сумасшедший, устраивает засады. Конечно, мы за 350, я думаю, возьмем. Вождь Янки. Так, хорошо. Вот мы спрашиваем как раз про город Эдмон. Он нам говорит, что один ученый умник знает, где может быть этот город и может нам помочь. Ну, в принципе, друзья, я пролистываю. И вы можете сами потом нажать на паузу и прочитать. Так, починим машину. И давайте, что у нас тут, венцо, продадим его. Так, посмотрим, на какую клавишу у нас стоит быстрое сохранение. На F2. Отлично. Мы сохраняемся. Как-то игра, мне кажется, цвета немножко поменяла. Наверное, сменилось время суток. Ну и поехали смотреть. Тут какой-то километр, это довольно далеко, да? Уничтожить бандита. Ну ладно. Попробуем. Так, а здесь мост рухнул. И в объезд... Что-то ну, кто-то... вот, снова боеприпасы тратить. Ага, на нас, смотрите, уже облаву устраивают. Ой, как он убрался-то. Мелкая засранка. О. Давай. Где ты? Тварь. Так, у нас вино, друзья. Блин, ну посмотрите, как на нас сразу все дико накидываются. Это что такое за покрышки? Какой-то тайник. Ого. Так, вы можете использовать товар для пополнения топлива бензобаки на 8. Нажмите Ctrl и левой кнопочкой. Машина... Ага, смотрите, в этой игре, друзья, добавили какие-то улучшения, которые можем ставить на нашу малютку и делать ее более крутой. Но я надеюсь, это не одна машина в игре. Многие мне писали еще в первом прохождении, что здесь будет много крутых тачек. Ну, не очень много, по-моему, если я не ошибаюсь, 6, но они будут поновее. И мы выполнили первое Здорово. Наше задание. Ты и есть тип по прозвищу Умник? Так меня называют. Кто ты и что тебе надо? Меня зовут Бродяга. Мне сказали, что ты специалист по всяким там древним картам и прочим астрономиям. Мне надо узнать, как добраться до города Эдмонтона. Никогда не слышал о таком.
Эй, да ладно, брось. Ты же суперспец, по картам лопнет твой бензобак. Ты просто обязан знать про Эдмонтон. Что вы себе позволяете, уважаемый? Никому я ничего не обязан. Я действительно разбираюсь в картах, но не в географических, а в игральных. Я крупный специалист по истории карточных азартных игр. Значит так, зануда. Я не знаю, о чем ты говоришь, но имей в виду, мне нет дела до твоих игр. Так что или ты расскажешь мне, где находится Эдмонтон, или придется познакомить тебя с моей битой. Понял? Понял. Зачем нервничать? Хотя я действительно не знаю, где находится город Эдмонтон, могу дать совет. Нужные тебе карты наверняка есть в здании, называемом библиотекой. Оно находится в паре сотен метров отсюда. Клянусь глушителем. Уж больно легко ты сдался. Тебя ведь не зря прозвали умником. А теперь говори, о чем ты забыл меня предупредить? Ну что, не забыл, а просто не успел. Дело в том, что библиотека является собственностью Сэма и охраняется его бойцами. Что еще за Сэм? Местная большая шишка? Если опустить несущественные детали, то вы прав. Ладно, будем иметь в виду этого Сэма. Ну вот, друзья. Сейчас поживимся. По нам уже начинает штурм. Воу-воу-воу. Полегче, парни. Что, не нравится? Да. Бах. Один готов. И второй тоже, друзья. Уложили обоих. Давайте сохранимся все-таки. Тут, как я понимаю, придется много кататься. И я не хочу начинать игру с самого начала, потому что, помните, в первой серии игры, я имею в виду саму игру, серию игры, а не эпизод моего прохождения, мы частенько, бывает, забывали сохраняться. Мы выполнили задание, вот она, библиотека. Прав был умник сверлить его карбюратор. Это, как ее, библиотека действительно неплохо охраняется, но ничего. Не в такие места пролезали. Линкольн? Да, мы точно не в такие места пролезали. И заметьте, друзья, в этой части игры больше таких вот моментов, связанных действительно с машиной. Там, разрази меня карбюратор, я, не дай бог, соврал там глушитель или что-то. В этом духе. Так, какая-то буковка А, труба буквы А. Но я предлагаю сначала заехать прямо уж. Не знаю, что нас там ждет. Так. Давайте посмотрим. У нас задания-то какие? Это проникнуть в библиотеку, отыскать древние книги. Хорошо, по карте, если мы глянем. Это что? Отыскать скрытую дорогу среди труб. Ладно, давайте. О! Я кое-что нашел. Так, Ctrl. Стопэ. Так, мы нажимаем. Так, так. Так, так. Пока что бензин у нас целый. Ага, я понял. Теперь, друзья, машина ремонтируется вот таким вот образом. То есть нам, в принципе, благодаря таким тайникам не надо даже заезжать в города и ремонтировать тачку. Теперь это все происходит, так сказать, на ходу. И мне кажется, это даже удобнее, чем было раньше, потому что теперь можно вовне боя отремонтировать свой кузов, заправить машину
Эта труба ведет обратно, как раз и... труба А, по ходу дела. Так. Кто там уже? Вы выполнили задание. Мне интересно. Так, он где-то вот там. Ладно. Задание-то мы выполнили, так что можно ехать дальше. Сохраняемся. И в путь-дорогу. Здесь, я думаю, будет немало бандитов, поскольку... Воу-воу-воу! Чё за херня? Минное поле? Дикость какая-то. Так, давайте. Подправим машину. Куда же мы с 23 жизнями-то выйдем? Ладно, посмотрим. Повеселимся! Повеселимся, ребята. Так. Давайте гнать не будем. Аккуратненько. Аккуратничко вот тут. Хорошо. Так. Один готов. Да, вот здесь надо немножко разогнаться, я думаю. Чтобы слететь. Оп. Отлично. Я честно, друзья, не знаю, с 23 жизнями есть ли смысл туда сейчас ехать или стоит загрузиться. Ну а что делать? Даже 13 жизней уже. Двенадцать. Только не говорите мне, что вот мне туда надо. Так. Задание выполнено. Ага. Понятно. Выходит, Эдмонтон — это где-то по ту сторону Великой реки, в землях Ле Канаде. А как прикажете перебираться через реку? Так, ага, один мост я вижу. Если это, конечно, обозначает мост. Надеюсь, он не развалится от старости. Потому что других мостов, ведущих на противоположный берег Великой реки, я на этой карте не вижу. Интересно мне, друзья, что же там такого в этом Эдмонте? Так, я вот здесь вижу что-то. Ну вот, снова боеприпасы. Ого! Это была ловушка. Тогда мы загружаемся, дорогие друзья. Загрузить последнюю игру. Да, и сейчас нам все равно придется, видимо, добираться до библиотеки. Но здесь не вариант. Вы видели, сколько там машин, плюс они и ракетами стреляют. Это очень-очень дико. И откуда вы только беретесь? Так, ну вот. Аккуратно. В нас уже кто-то шмальнул. Заезжаем быстрее в трубу. Отлично. И вот теперь можно сохранение делать. Жизни у нас теперь побольше, друзья, и это хорошо. Так, вот где-то здесь стоял, я помню, паренек. Мы аккуратно выезжаем и поливаем его огнем. Готов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот, конечно, мне кажется, зря они сделали то, что... Ну, вот в таких местах, как бы, куда надо идти, по-любому, машина слетает. Вот сейчас я вылечу из трубы, и если я ткнусь носом, то мне
хоть снимут одно очко здоровья. Но сейчас вот получилось довольно хорошо. Ого, я думал, тут уже парень нас атаковать идет. Но это мы смотрели уже все, друзья. И теперь сохраняемся. Давайте. Сохранение есть. Перезарядка. И включаем карту. Ага. Изучить местность. Так, ну, как мне кажется, мы обратно уже не попадем туда, да? Потому что в эту трубу, ну, не заехать. Да. Ну, значит, от побочного задания мы можем отказаться. Если что. Погнали. Да у нас компания. Парень, ты больной на голову? Или ты всерьез воображаешь, что можешь безнаказанно обворовывать меня? Причем дважды. Я что-то и одного раза не припомню. Где уж тут дважды? Ты влез в библиотеку, которая принадлежит мне. И ты посмел наезжать на умника. А умник тоже моя собственность. Сверлить мой карбюратор. Что-то я не видел надписи «Собственность Сэма». Ни на умнике, ни на библиотеке. На взведенной мине тоже ничего не написано. А стоит на нее встать и бах! Считай меня миной, на которую ты нарвался. Надо бы тебя пристрелить, но ты не стоишь потраченных на тебя пуль. Пожалуй, лучше всего выставить тебя на гладиаторские бои, чтобы заработать денег на тотализаторе. А ты уверен, что я буду драться? Не хочешь — не дерись. Можно будет делать ставки на то, какое место твоей машине отстрелят в первую очередь. А если победа останется за мной? Тогда дам тебе сутки, за которые тебе будет позволено убраться с моей территории. Отлично, я буду драться. И послушай совета. Поставь свои деньги на меня. Не пожалеешь. Вот наглец! Вот так вот, друзья. У нас гладиаторские бои. Нам нужно выиграть. Чтобы выжить. Есть! По нам еще с пулемета фигачить. Опа, как мы на него хорошо встали. Отпусти меня, дебил. О. Не, ну я, конечно, здорово все понимаю. Но ты не хотел бы меня отпустить? А, жесть, друзья, что за бред? Мы как будто с ним танцуем вальс. Постреляйте по нам. Во, еще раз толкани так же. Ладно, сами сделаем. Давай, дружок. Есть. Так, у него хп-то почти не осталось. Поэтому сейчас мы его бортанем еще. Вот этот, я думаю, последний раз. Вот так вот. Не успел подобрать, что из него выпало. Послушай, приятель, я был неправ. Мне редко доводилось видеть таких умелых бойцов. Ты прирожденный водитель. Как ты смотришь на то, чтобы войти в мою команду? На кой мне это надо? Послушай меня.
и, видимо, решил, что тебе предлагают поработать бойцом в рядовой банде. Если так, то ты ошибаешься. Оглядись. Я единственный владелец всех этих земель. Смекаешь? О, раз ты местный хозяин, ты, наверное, знаешь, где находится мост через Великую реку. Знаю. Но даже и не думай соваться к нему. За мостом находятся земли Ле-Канады. Когда-нибудь я доберусь до их богатств. Но до того момента никому не будет позволено опередить меня. Любой, приблизившийся к мосту, будет убит на месте. И всякий, кто попробует меня обхитрить, получит пулю в бензобак, понятно? Имей в виду, мост хорошо охраняется моими парнями. Все понятно. Я ведь просто так спросил, чего мне делать в этой Ле-Канаде? А что касается предложения вступить в твою команду, то я согласен. Ну что ж, отлично. Поверь, ты не ошибся с выбором. Ну что ж, друзья, задание мы выполнили. Я думаю, на этом мы первую серию закончим. Мы вступили в команду Сэма. Немножко узнали, где находится город, который мы ищем. И что? Здесь еще много всего интересного ждет нас впереди. Так что подписывайтесь, друзья. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии с какими-то советами. Ну или просто о том, что вам понравилось или не понравилось. С вами был Локи. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.